Разгерметизация противовыбросового оборудования стала причиной аварии на месторождении Каламказ. Она произошла по вине китайской компании Сибу. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Нигмеджан Макажанов. По его словам, буровая компания не обеспечила должный производственный контроль за безопасным ведением строительства скважины. Не были соблюдены требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, да и, как оказалось, уровень знаний самих работников был несоответствующим. Материалы расследования направлены в правоохранительные органы. Напомню, авария на месторождении произошла в марте. Пожар тушили несколько суток. При этом ущерб оценен почти в 99 миллионов тенге. Его возместит компания-виновник и выплатит также штраф в размере 100 МРП. Они ее закрыли в 3 часа дня. Однако в нарушение, как я уже сказал, действующих требований, не дожидаясь 24-часового промежутка времени, после которого они должны были открыть превентор, они через час в 16:00 этот превентор, то есть противовыбросовое оборудование, разгерметизировали. Более того, они при закачке туда цементного раствора превысили установленные параметры давление. Скважина оказалась не полностью загерметизирована, как должно было быть. Плюс, как я уже сказал, она не успела затвердеть, и поэтому пошел газ.